Джанглай Атабекова сегодня решила вместе со своими внуками посетить бассейн. Так они открыли купальный сезон. Самое главное, она не забывает напоминать своим детям о правилах безопасности в воде. Сегодня праздник детей. Решили привести их в бассейн покупаться. Одних все равно страшно отпускать. Следим за их безопасностью. Поздравляю всех детей с праздником. Хорошо проведите летние каникулы. О правилах поведения в воде неустанно рассказывают и представители МЧС. Сегодня, помимо праздничного настроения, они провели разъяснительные работы для детей и взрослых. Сегодня праздник детей. Мы решили их здесь собрать и заодно рассказать о поведении в воде. Но такие профилактические работы проводятся каждый день, особенно в летний сезон через СМИ. Также детям раздали по мороженому. Отметим, в Алмадунском районе 38 озер, почти во всех них запрещается купаться, но, к сожалению, не все следуют этим правилам. Далее это приводит к плачевным исходам. Рахат Батырбекова, Бексутан Мурадилов, СТВ, Алмадунский район.